Международная обстановка сегодня буквально перенасыщена напряженностью. Наиболее опасная тенденция на евроатлантическом пространстве идет расшатывание системы противовесов, ранее сдерживавшего соперничество государства и блоки. Находясь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в европейском регионе. Мы фактически на пороге новой гонки вооружений. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет. Попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров, а в горячих точках. Ну и ближайшая из них, конечно же, Донбасс. Широкомасштабные боевые действия благодаря Минским соглашениям там остановлены, но, к сожалению, люди продолжают гибнуть. Еще раз подтверждаю, мы готовы сделать все, чтобы на Донбассе был мир. На принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и согласия конфликтующих сторон. В ходе 26-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ Беларусь предложила начать дискуссию о запуске переговорного процесса, направленного на преодоление существующих противоречий и формирование новых конструктивных отношений в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе. Важную роль мог бы сыграть экспертный диалог с участием аналитических центров, правительственных частных структур по вопросам определения общих целей, ориентированных на укрепление доверия между странами как минимум в политической и военной сферах. Хорошей возможностью для начала такой дискуссии является запланированная на май этого года в Минске международная экспертная конференция «Восточная Европа в поисках безопасности для всех». Также в 2018 году в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» и встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Я хотел бы пригласить всех вас, наших партнеров, принять участие в этих мероприятиях на самом высоком уровне.